Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Аретуса. Аретуза в древнегреческой мифологии нимфа, охотница, в которую был влюблен речной бог Алфей. Аретуза – нимфа, которая во время купания преследовала речной бог Алфей. По просьбе Аретузы Артемида открыла проход под море, через который нимфа в виде родника вышла на поверхность острова Артигия возле Сиракуз. Эта легенда стала сюжетом Аретузы Шелли и мотивом пьесы Суинберна в стиле греческой трагедии. На сиракузских монетах V века изображена голова Аретузы в профиль в окружении дельфинов, и было сказано, что предмет, брошенный в Алфей, можно найти в роднике. Имелось также местное поверье, что в 397 году нашей эры, когда Стилихон нанес поражение варварам у реки Алфей, на Сицилии узнали об этом, увидев, что воды Аретузы окрасились кровью. В честь Аретузы назван астероид, открытый в ноябре 1867 года немецким астрономом Робертом Лютером в Дюссельдорфской обсерватории. Ее именем также был назван ряд кораблей британского флота. Вот так вкратце о персонаже древнегреческой мифологии, нимфе-охотнице Аретуса. Пока-пока, до свидания.